Профессия медицинского работника – это очень сложная и ответственная работа, ведь в их руках главная жизнь человека. Всякий раз, приходя на работу, он несет ответственность за вверенное ему здоровье. Брестской областной клинической больнице чествовали лучших из лучших медицинских работников. Торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику врачей. Его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В этом году оно приходится на 19 число. В последние годы на сферу здравоохранения выпали тяжелые испытания. В борьбе с коронавирусом на передний фланг борьбы вышли все врачи, медицинские сестры и младший персонал. Сложно выбрать среди всех тех, кого надо наградить, или там не надо, а хочется наградить. Но я должен сказать, что мы к празднику премию смогли сделать всем сотрудникам, поэтому сегодня не так много награжденных было в зале. А выбрали по тех людей, которые... Вот я говорил, которые в этом году уже стали маленькими звездочками, и либо на лечебной работе, либо на научной работе, либо на хозяйственной работе. У нас все одинаково оценивается, поэтому вот звездочки, которые засветили ярче в этом полугодии. Почетных грамот, благодарственных писем и других высоких наград удостоились медицинские работники Брестской областной клинической больницы. Ведь эти люди, несмотря на огромные риски, самоотверженно и профессионально выполняют свою работу, борются за здоровье и жизнь людей. В медицину, как я думаю, и подавляющее большинство, или даже правильнее сказать, все мы и мои коллеги пришли по зову сердца, потому что иначе по-другому здесь никак не получится. Это должно быть огромное желание приносить помощь людям, помогать, вытягивать, скажем так, с того света. Награды, наверное, всегда приятно получать, может, порой немножко неловко, потому что не так часто они бывают. Награду «Знак отличник здравоохранения» лично наш министр вручал. Да, приятно получать. Помимо награждения лучших работников, накануне дня медработника сегодня в Брестской областной клинической больнице открыли однофотонный эмиссионный компьютерный томограф фирмы Siemens, приобретенный главным образом за счет спонсоров. В отличие от других компьютерных магнитно-резонансных томографов, которые занимаются изучением анатомических отклонений, этот аппарат изучает функцию органа, то есть как работают почки, щитовидная железа и даже сердце. Первое обследование пациентов на новом компьютерном томографе специалисты областной клинической больницы проведут уже сегодня.